Почему эта версия топовая и почему я так довольно похрюкиваю? Ну, потому что и в Новый год, и в окончании года свиньи, это потому я так похрюкивал, доставил нам действительно потрясающее настоящее удовольствие. Потому что машина 2004 года выпуска. И это специальная sleeping version. И это sleeping version, то есть версия для того, кто любит поспать в хорошей компании. Тут можно, кстати, вчетвером групповушкой так заняться. Так вот, здесь коробка-автомат. Но почему эта версия топовая? И почему в свое время в одном из фильмов Сильвестр Сталлоне на ручках тягался и получил приз грузовики Volvo? Да потому что Volvo Trucks, ну, которая входит в одну из крупнейших корпораций Соединенных Штатов Америки, делает супер автомобили. Супер надежные, супер мощные. Да, 14-литровый такой движочек, почти 500 лошадиных сил, турбовый, разумеется. И супер, супер комфортный, особенно в версии 780. Здесь можно поставить телевизор, не тот вот небольшой 37 по диагонали, а 54. Максим посоветовал даже плазму сюда воткнуть, и она сюда войдет. И в результате у вас получится автокинозал. По комфорту этих автомобилей, ну, трудно судить, а коробка автомат и такого управления я не видел. Ну, а я уж видел много какие автомобили. Что здесь есть? Ну, конечно, климат-контроль, кондиционер, ну, все-все-все. И есть здесь небольшой пробег. Есть отличное состояние. Этот автомобиль действительно в отличном состоянии. Так вот, о чем я говорил. Я владею машинами с автоматом уже 18 лет. Маленький нюанс. Если у вас автомат, то приготовьте $1000 на ремонт. Это редко, но случается. В остальном, хлопцы, автомат вас вытягивает отовсюду. Не было еще ни разу, когда меня тянули. Всегда автомат работал, да еще как. В принципе, автомат на грузовиках еще то дело. Вы не майнаете коробку, она работает для вас. Причем разгоняется плавно. Вы не шуршите педалями и кочергой, это круто. Она сама может настроиться и сама поедет. И тем более на таком вольвешнике. Volvo VN780. И это круто. Машины ни хрена не дешевые, но простите, здесь в реальности можно жить. К слову, я бы менял жидкость в автомате каждые 70 тысяч километров и просто бы ездил. И это правило, это удовольствие, никаких задержек, машина ездит и останавливается, это офигеть. Ну и ясно, меняйте масла и впрыск, смотрите за турбиной, и процедура замены ремней должна быть правильная. Теперь про Платон. Платона вы знаете, да? 12 тонн. Больше не грузите. Мало будет, еще купите. 12 тонн не выжигают солярку. Все, что выше, стирает дороги, и вы платите Платону. А это вот мысль. Больше грузовиков, меньше загрузка. Ау! Господа, вы не понимаете? Да поймите, время идет. Ну а для меня, к сожалению, такие машины я пока не смогу купить. Но из всех тягачей я больше всего люблю именно автоматы.